Это Крет Ревьюв. Погнали! Обзор на фильмы. Посмотрел я фильм «Чудо-женщина». Блять! Так и хочется выкрикнуть. Вернулся я с кинотеатра и, блять... Вот скажите мне, вам не заебалось? Хавать одно и то же. Постоянная эта кормежка комиксами. То «Стражи Галактики», теперь «Чудо-баба» это. В следующем месяце новый «Дэдпул» или кто он там, вторая часть. Ёб твою! Это затрахалось реально, все эти комиксы, они жопой жрут уже вот так, они срутся ими уже. И нам пихают эти комиксы все. На этот раз «Чудо-женщина». В главных ролях Гадот. Ничего, сучка. Но это ничего не меняет, ребята. Фильм дерьмо полное. Спецэффекты так себе. Сюжет никакущий. Перед тем, как стать чудо-женщиной, она была Дианой, обычной бабой. Кстати, очень большой уклон на феминизм в этом фильме. То есть, вот смотря фильм, любой фильм, да? Даже пускай он будет, сука, тупой. Пускай фильм будет нелогичный. Всегда ищите тонкий намек. В каждом, сука, фильме есть намек. Намек. Так вот. Она была Дианой, принцессой Амазонок. Ёпте. Обученной быть непобедимой воительницей. И когда на берегах огражденного от внешнего мира райского острова, который служил ей родиной, терпит крушение американский пилот и рассказывает о серьезном конфликте, будущем во внешнем мире. Диана покидает свой родной дом, чтобы справиться с этой угрозой. И там, сражаясь бок о бок с человеком в войне за мир, Диана обнаружит всю полноту своей власти и свое истинное предназначение. Сама актриса такая бабенка здоровая, она может двинуть это правда. В порно ей сниматься только, вот честно. Это мое мнение. Фильм ни о чем. Я смотрел и засыпал. Я смотрел вот то же самое, как вот «Стражи Галактики». Ну там хоть что-то было, там хоть персонажи какие-то запоминающиеся. Здесь же проходняк проходняком. Провалы в сюжете. Графика среднего уровня. И опять нас кормят, Россию кормят этим американским говном. Этими комиксами, сука, которые уже вот здесь, блядь. Поэтому фильм я не советую им смотреть. Все эти комиксы уже просто пиздец. Просто пукан рвет и рвет, и рвет. Мне нечего сказать об этом дерьме. Я посмотрел. Что, все, закончился? Я понял, наконец-то он закончился. Баба попадает в наш мир, чтобы убить главного врага, блять. Орфа! При этом строя из себя, ну просто такую вот нимфеточку, ты что? Юмор местами. Смешной. Друзья, не советую, сразу говорю, не советую смотреть этот фильм. Ждите что-то другого, что-то реальное. С тобой был Арчи Грет Ревьюв, великий обзор, Лойс или Дизлойс и подписка. Адьё.